Добрый день, уважаемые подписчики. Нахожусь сейчас в центре Москвы на специально запланированном митинге в честь поддержки российской армии. Напротив меня находится Дума. Рядом со мной отель. И здесь будут проходить небольшие мероприятия. Пару слов нам скажут представители управы Обручевского района, другие ответственные лица. Весь центр Москвы перекрыт, как мы видим. Сотрудники полиции, Росгвардии и других организаций находятся буквально на каждом квадратном метре. Вот так люди выходят из автобуса, потому что перекрыто все. Я, например, за перемены, за то, чтобы они были к лучшему.